Что делать, если вы остались один в пять? Сегодня мы продолжаем скилловые похождения клана Л2ВЕ. Да пошла ты, дура тупая. Сегодня мы покажем, как действительно играть один в пять. Если ваша команда непобедимых игроков нечаянно слилась, то вы должны действовать как истинный игрок клуба. Первым делом, когда вы услышали, что инвалиды поставили плант, нужно вынести лидера противника первым. Но команда Кличей это не остановила, они стоят у планта и показывают свой охуевший скилл. Затем двое самых смелых пидаров начинают выбываться и идут к вам. Один из них лег на ступеньки и решил почесать свои пухлые яйца. Говорят, от этого поднимается скилл. Сразу бьете ему по ебалу, пока у него ничего не поднялось, и убегаете. Друг парня с пухлыми яйцами решил отомстить за друга, но вы должны дать ему по ебалу тоже. Пока противники охуевают, вы должны дать по ебалу еще одному. Потом сделать пару финтов и наказать в спину самого трусливого последнего клича, который так и не помог своим пацанам. После такого жестокого слива 5 нубасов можно даже не выебываться с плантом. Команда противников уже сама охуевает. Спасибо клану Л2ВЕ, что предоставили нам такой хороший материал для видоса. Кнайф клуб рулит. В следующий раз Google Баба будет мстить, жестоко мстить.